Все задачи выполнены. Сегодня на поле ЦСКА «Неман» состоялась первая игра розыгрыша Суперкубка 2015 года по хоккею на траве среди женских команд. Встретились чемпион 2014 года «Гродненский ритм» и обладатель Кубка прошлого года «Столичный Минск». Уверенную победу одержали «Гродненки» 2-1. Вторая игра состоится в столице 12 числа. По результатам этих двух игр определится обладатель Суперкубка 2015 по хоккею на траве. Игра на суперкубок, наверное, прошла, но для меня легко, потому что все задачи были выполнены. Девчонки, я даже не знаю, как это можно сказать, играли на все 5 баллов. Вот. И даже никому даже претензий нет, чтобы где-то подсказать, где-то, может, даже немножко поругать. Вот. Все очень здорово, все и скорости хорошие, и показали действительно свое мастерство, показали свой талант. Все получилось. Это как раз команда, вот именно сыграла команда. Вот. Командную игру, которую хотелось бы, чтобы все время так показывали. И также девочки играли, также дружно, сплоченно.